В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров. Регистрация и посадка на борт будут проходить по новым правилам. Аэрофлот и Сбербанк в ближайшие две недели представят систему биометрического контроля в аэропортах, сообщил источник ura.ru в авиакомпании. По его словам, после реализации проекта пассажирам при регистрации и посадке на рейс больше не придется предъявлять документы и получать бумажные билеты. Система идентифицирует человека по снимку лица. Столичные аэропорты станут первыми полигонами для внедрения новинки. После отработки в Москве она будет распространена на региональные воздушные гавани. Как уточнил источник агентства, Аэрофлот и Сбербанк готовят совместную презентацию проекта биометрического контроля в аэропортах. Технологии для этой системы разрабатывали в Сбербанке. Планируется представить ее в течение двух недель, отметил собеседник. По его словам, воспользоваться технологией смогут те пассажиры, чьи данные внесены в единую биометрическую систему. К ней подключены все крупные банки. Для этого нужно будет прийти в одно из отделений банка, сфотографироваться и дать согласие на обработку персональной информации. Планировалось, что технология будет работать так: когда человек подойдет к стойке регистрации, он только поставит багаж на ленту и посмотрит в камеру. Система автоматически зарегистрирует багаж и пассажира. При досмотре и выходе на посадку нужно будет также лишь посмотреть в камеру. Как это реализуют на практике, будет объявлено на скорой презентации. Агентство отправило запросы в комментариях в Сбербанк и Аэрофлот. На момент публикации компании не ответили. В пресс-службе аэропорта Домодедово агентстве подтвердили, что планируют в ближайшее время внедрить контроль пассажиров по биометрии лица. Путешественник, предоставив биометрические данные, будет проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов, отметили в пресс-службе Домодедово. Аэропорт первым в России уже начал использовать автоматизированные турникеты. Ими оборудованы входы в зону таможенного контроля, в галереи вылета международных рейсов и все выходы на посадку. В ближайшем будущем турникеты оснастят видеокамерами для распознавания лиц, добавили в Домодедово. Кроме того, в аэропорту будут установлены специальные КАС-киоски, на которых пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные. Также биометрию в перспективе можно будет сдать на стойках регистрации. Другой крупный столичный аэропорт, Шереметьево, планирует внедрить механизм биометрической идентификации в двух зонах – при входе в зону предполетного досмотра внутренних линий и на выходе на посадку. За последнюю зону будут ответственны авиакомпании. Пока эксперимент распространяется только на внутренние рейсы. В перспективе рассчитываем, что появится аналогичная возможность и для международных рейсов, рассказали агентстве в пресс-службе аэропорта.